Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня на один вариант посмотрим, что он вам не договаривает. Хочу подробненько разобрать какую-то личность. Загадайте сюда определенную личность. Я гадаю на как женщине, на мужчину сейчас. Вот. Интерпретировать можно посмотреть сквозь, вот, когда расслабить сознание, да? Подсознание ловит даже, если вы загадаете другую какую-то тему. Итак, что он вам не договаривает? О чем он умалчивает? Вот именно не о чем он молчит, а о чем он умалчивает? О чем умалчивает этот человек? Подумайте сейчас о нем, назовите его имя. И что же ты умалчиваешь от нее? Ваше имя? Так, что же ты прячешь, пытаешься скрыть? Что он не договаривает вам? Что же он вам не договаривает? Ну-ка, давайте разгадаем этого молчуна. Слушайте, у него на расстоянии есть какие-то отношения. Вот тоже что не договаривает. Там женщина или ждет от него серьезных каких-то проявлений. Смотрите, здесь могут быть и отношения, ну, в любом случае, мы имеем отношения с человеком, как только мы вступаем в взаимосвязь какую-то, правда, в общение, это уже как отношения идут. То есть есть далеко-далеко есть какая-то женщина. Причем женщина, ну, как важная в его жизни, но это составляет ему трудности сейчас. То есть она далеко. Он не договаривает это вам. Он, наверное, вам об этом не рассказал, что есть кто-то, та, которая далеко от него находится. И вот возникли какие-то сложности у них. Для него вообще вот это какой-то груз. Груз то, что она далеко. Что он вам не договаривает? А ну-ка еще раз скажите нам, что это он такое, что это вы хотели такое нам сказать, что это он не договаривает. И девяточка жезлов идет. Какая-то сложная такая ситуация. А ну-ка, что он вам не договаривает? Еще раз, что он вам не договаривает? Вот это, именно этот момент хочу разобрать. Пажик. Есть конкурентка какая-то вам. Знаете как, вот он сейчас стоит между, взвешивает, да, правильно он поступает или нет. Он не так прост, то есть он не с легкой руки вот так хочет с вами, возможно, общаться. Он понимает, что он делает какой-то важный шаг в своей жизни. Но сейчас вот то, что он утаивает, это реальная ситуация, очень какая-то тяжелая, возникшая в его отношениях. Вот, и, возможно, это... На расстоянии, да, от него. То есть какая-то женщина на расстоянии. Если вы та самая женщина, он утаивает, что это сложное отношение для него. Сложно для него какое-то очень далекое расстояние от вас. Кто эта женщина? Давайте посмотрим. Вы сейчас характеристику услышите. Если это не вы это почувствуете. Кто эта женщина, императрица? Это кто? Кто эта женщина? Кто же она ему? Что он там от вас утаивает? Она держит его как на привязи. Какая-то помолвка могла быть. И либо это семья реально. Либо ведет что-то к семье. Какие-то серьезные отношения он вам не договаривает, девочки. Благо, если это новое знакомство, и ты сейчас смотришь на какой-то, ну, на какого-то нового человека, и эта информация, услышанная тобой, она, ну, просто поставит тебя в известность, да, и ты задумаешься, например, да, ты просто можешь, ну, тупо поговорить об этом с человеком. Но он еще привязан, девочки.
он еще привязан узами, причем это узы могут быть реально брачные узы. Он может еще не разведен. Но хорошо. А если по чувствам брать, там уход был? Они как отдельно друг от друга, но они еще не разведены. Вот. Он еще не разведен, девочки. Что здесь? А ну объясните нам, пожалуйста, ситуацию. Ух ты. Он боится, что вы спустите его по лестнице, если он вам расскажет, поэтому тянет ситуацию, показывает, какой он мачо, герой. Знаете как? И вот эта ситуация, которую нам сейчас рассказывают, это некая уловка. Какой-то, вот, да, все равно семерочка идет, это некая такая иллюзорность, и причем иллюзия такая, когда реально на деле вам показывают вам одно, а на деле там совсем другое, тут обман идет. Он кого-то обманывает, ее или вас, он кого-то обманывает. Хорошо, туда ты будешь возвращаться, вот к императрице. Две карты идут. Тянет время. Маринует. Буквально маринует. Ну и тут четверка. А, это пятерка идет. Пятерка идет. Какой-то хитрец молодец. Он там не развелся, здесь уже. Но они как разошлись, но нет развода. Вот такая ситуация идет. Либо очень похожая на это. Понимаете, о чем? Нет еще официального подтверждения тому, что он свободная личность. Свободный мужчина. Здесь есть третье лицо. Но он стучится уже в чьи-то двери, в ваши двери стучится, например, да, либо вы можете быть вот этой императрицей, да, если вы узнали себя здесь, и у вас какие-то стабильные отношения с этим человеком, то поверьте, он стучится к кому-то третьему. Он утаивает, что есть какая-то тяжесть в отношениях. Есть третье лицо в отношениях. Все. Тут, как ни крути, его показывают. И как вам с этим быть сейчас, да? Выберет ли он там вас или что? Вы не знали, но попали в треугольник, если у вас новые отношения. Проверьте его. Вы как-то интуитивно чувствуете что-то, девочки. Вот тут есть какая-то чуйка у вас. Вы вот смотрите ему в глаза, вы что-то чувствуете, что-то неладное. Будь вы на вот ее месте, либо вы на месте вот этой девушки, да, когда он вас утаивает от нее. Это не, все равно, этот мужчина, он кого-то на данный момент, он прям чувствует, что он обманывает. Хочет он этого или нет. Да. Так. Так. А почему же ты не рассказываешь ей это? Почему ты не рассказываешь ей это? Почему? Причина огромная. Причина очень серьезная. Ему надо двигаться дальше, и он не смотрит на то, что чувствуют другие. Ему нужно сделать свою жизнь, да, создать свою жизнь. Он так формирует свою реальность, девочки. Вот хорошо это или плохо, но вот он такой. Но вы-то понимаете, что у вас своя реальность какая-то? Вот ваша реальность. Вы берете автомат Королева мечей. И не подходи ко мне, пока не решишь свои вопросы, пока ты не станешь свободной личностью. Я найду чем заняться. Вот так вот. И правильно сделаете. Он поймет, кто его основная женщина. Это раз. Вот. Но вам до этого, по сути, дело постольку, поскольку, потому что вы на своем пути. Догонит, догонит, не догонит, не догонит.
Что нам еще тут хотят сказать? Что еще хотят сказать? Я тут зажгла свечечку черную. Вот вам не видно, но я вам сейчас ее покажу. Она тут у меня очищает это, пробивает вот эту энергетику и замкнутость мужчины, недоговоренности какие-то. Она сейчас выкладывает на чистоту буквально. Вам сейчас говорят, что вы попали вот в те отношения, когда по дьяволу, да, вам нужно решить этот вопрос, либо обрубить и лететь к своему солнышку, оставить этого человека в своем дьяволе купаться. Ну, либо вступить вот в это, смотрите, вот какая интересная карта, да, дьявол здесь смотрит за вами, манит вас вот в этот мирочек непонятный, а там прям какой-то просто маленький автомат, вы туда попадаете, и дверца закрывается, выбраться сложно. Или солнце выбираете, да, путь ваш, вашей свободы, оставляя все, что там вам не нужно, далеко-далеко вы освобождаетесь. Вам подсказочка такая идет, да? Прими решение. Прими. Тут можно просто поговорить с человеком. Сказать, слушай, я так чувствую, что ты где-то нечестен со мной. Что-то ты мне не договариваешь. Вот просто вот из этого расклада. Вы не говорите, что я точно знаю. Я вот смотрела расклад, ну, вы понимаете, да, что он не воспримет вас всерьез. Вот. Ну, я просто так, оговорочка такая, это для тех, кто может так сделать. Вот. Хотя я уверена, что у меня девочки абсолютно все осознанные. Карта мир. Здесь будет завершение какого-то этапа. То есть здесь будет вот реальное стоп. Мир, конец. Причем благополучное завершение. И этот человек либо поймет, что вы его судьба, и он будет ради вас делать все, вы его мир. Либо поймет, либо окунется вот в дальнейшего, пойдет дальше по дьяволу, да, отношения. Тут либо-либо. Но тут ваша задача, вот этот по мечевому этому тузу, принять решение для себя, да, отрезать, обрубить и, возможно, даже поговорить. Возможно, даже поговорить об этом. Знаете себе цену, вы спокойная, стабильная, классная, шикарная. Вам во сне может прийти, вот именно ответы могут приходить, раз. Вам во сне могут приходить какие-то, у вас очень такая обостренная интуиция, какие-то ключики такие, да, вы можете получать там. Причем вот это вот по вот этим вот картам, вы как женщина, которая вот эту реальность вокруг себя, она создает такой мир, мир, не мирок, а мир, в который подключаются другие люди. Вы как? Очень с прочной основой, да, с таким прочным фундаментом женщина. Ну и другим слоем тут идет информация, что реально тут есть законная какая-то женщина. И он сейчас пытается это скрыть. Тут реально идет вот какое-то как завершение все-таки. А там посмотрим. Только лишь уверенная позиция ваша, наша позиция, да, вот вообще я говорю про человека как такового, она приводит к тому, что когда вот вы определяете, что вам необходимо, на каком вы пути, почему-то каким-то дивным образом Вселенная начинает закручивать так обстоятельства, которые подстраиваются под вас. Люди меняются, мужчины меняются, женщины меняются. А когда мы хотим что-то изменить, конкретно влияя на это, ну, например, я хочу, чтобы ты делал так, а не вот так, то это ни к чему не приводит, да. Но с другой стороны, вы делаете эту магию. Вы делаете эту магию, когда меняете свою ситуацию под вас. Вы получаете то, что хотели. Этот человек может измениться и лишь при ваших конкретных каких-то действиях, при готовности вашей поставить точку. Вот так. Нет сейчас возможности развивать отношения в той энергетике, в которой они сейчас развиваются. Тут надо поставить точку, чтобы что-то закрутилось нормально, понимаете? Чтобы вот эта вот пауза дала перевариться тому, что завязалось, да, и то, что в жизни у человека сейчас, да, чтобы он там порешал и так далее. Вот здесь прям требуется что-то такое.
Тут что-то закрутиться могло, да? Вот хорошие какие-то, может быть, отношения. Но видите, как человек нерешенный к вам пришел, несвободный. Или же вы на месте вот этой императрицы, девушки, которая, в принципе, давно с этим человеком, и он ей что-то мог обещать, либо вообще муж, супруг. И появляется некое создание, да, в его жизни, которое отвлекает его от вас. То есть тут поставьте точку, дайте человеку определиться. А он определится. Определится, и будет что-то новое. Новое. Ну так, либо он определится, либо в любом случае вам говорят, смотрите, император, иерофант и новое чувство, новый всплеск эмоциональный, это то, что вы, наверное, хотели, да? Поэтому вперед, дерзайте, это ваша судьба. Скажи, это моя судьба, и я ее буду вершить так, как я хочу, да? То есть у меня свой путь, я иду им. А кто не успевает за мной, пожалуйста, извините. Вот. У меня есть своя территория, да, под которой вам подконтрольно. Это что? Это ваша семья, скорее всего, там дети, вы. Вот. Больше никто, по сути, да. Мы не можем влиять больше ни на кого, только на тех людей, которые вам... Это вы, прежде всего, да, и второе, это где-то на втором месте, это те люди, которые, ну как, не могут пока принимать решение в ваше отсутствие. Не более. Только так. Вот так вот. А иллюзии вот эти все нужно выкинуть из головы. Пока тут какой-то иллюзорный мирок вы видите перед глазами, а вы больше, вы намного больше. Вот. Ну что, дорогие мои, благодарю за все, за лайки, за комментарии. Пускай в ваших жизнях проявится только самое лучшее из этого расклада. Вот так вот. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Пускай в разы больше вы вкладываете, да, что-то, а в разы больше вам отдает Вселенная, чем вы вложили. Я каждого душой чувствую, люди, которые это делают. Спасибо вам, мои хорошие. Часть средств я сейчас, большую часть средств, это большую половину я отдаю на нужды ЗСУ. Пускай, скорее всего, свершится победа. Вот. В каждом видео это говорю, пока это не будет. Пока это все-таки случится как можно скорее. Вот. Благодарю. Благодарю за присутствие, за доверие, за все. Пускай в твоей жизни проявится только самое-самое лучшее. Я этого всей душой желаю. Переходи на другие мои каналы, там тоже много подсказок. Всего доброго. Пока-пока.